Друзья, всем привет, всех рад приветствовать на нашем канале. Сегодня, короче, у нас такая проблема. Утром спускаюсь вниз и наблюдаю вот такую картину. Наши старшенькие перепелочки, вот такие, да, старшенькие перепелочки, им уже 3 месяца, ну, передержали, уже надо было убивать давно. В общем, смотрите, вот такая проблема. Поближе сними, поближе. Вот такая вот проблема. А здесь, значит, что мы наблюдаем? Выпал яйцевод. Выпал яйцевод, значит, перепелочка снесла яичко, и после этого выпал яйцевод. Что нужно делать? Какие методы лечения? Значит, методы лечения у нас очень простые. Режем. Только резать, больше ничего. Никаких других методов лечения для перепелок нет. Некоторые там начинают, я посмотрел на других YouTube каналах, начинают там перекисью водорода там обрабатывать, начинают там марганцовкой, там еще чем-то. Все это фигня. Народ, не страдайте фигней, не надо заниматься никаким самолечением. Перепелка — это птица, которая не болеет ничем. Если вот такие вот проблемы начинаются, значит, что нужно делать? Нужно просто взять и вырезать, вот и все. И не жалеть об этом, а просто взять и потом заложить в инкубатор еще 100 или там 200 яиц. И будет у вас 100 или там 200 новых цыплят. Вот и все. Вот такие вот проблемы, короче, вот такие проблемы, их лечить не надо. Нужно просто взять и убить, и съесть. Вот и все. Так что вот так. И то же самое касается, давай покажем зрителям, то же самое касается и наших маленьких цыплят. Значит, смотрите, вот такая проблема, значит, вот. Ну, то есть, или ножку там, то есть, или связка порвалась там, или ножку надломил там, я не знаю, что с ним. В общем, цыпленок не ходит, да. Бывают там, ну, птенец, в общем, вот он что-то с ножкой у него, он не ходит. Ну, что это? Это вот что? Это трупик, ходячий трупик, вот он, живой трупик. С ним ничего нельзя сделать, его можно взять просто и убить, или просто там он коту отдать, да. Вот, то есть, вот такие вот они у нас уже подрощены, не помню, сколько им там дней. Дней 12 или 10, наверное. Вот, никакими самолечениями заниматься не нужно, нужно просто взять, либо коту отдать, либо... В общем, если это большая перепелка, нужно просто самому съесть. Вот и все. А то начинают, я, знаете, вот смотрел тоже на YouTube каналах, там шпагатик там или еще там у перепелочки там вот родился птенец. Вот, то есть, как бы сказать, ну, больной, да, там с изъяном. Вот шпагатик, ножки разъезжают. Начинают там ниточками ноги связывать. Еще там, короче, фигней какой-то люди занимаются. Ну, вы представляете, если у вас там 2000 или 3000 голов там, да, каждому ножки подвязать там ниточкой. Ну, люди фигней занимаются, в общем. Короче, не надо ничего лечить, не надо ничем заниматься, нам просто взять и убить. Так что так, вот такое вот сегодня видео, друзья. Немножко познавательное. Ну, бывает такое вот. Выпал яйцевод у курицы, короче. Убиваем, режем. Так что все. Спасибо большое за сегодня, за просмотр, да. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, да? Да. Что надо сказать? Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте колокольчики и... Подписывайтесь на канал! Да нет, подожди, уже все, последнее. Последнее. И... Пока-пока! Пока-пока! Всем счастливо, всем пока!